Впервые военно-патриотический сбор «Айбен-2017» проводится на международном уровне с участием команды из Российской Федерации. В соревнованиях принимают участие команды военно-патриотических клубов из 16 городов республики, а также воспитанники республиканских военных школ-интернатов, школы «Жасулан» и лицея «Арстан». В качестве наблюдателей приехали гости из Узбекистана. Об открытии третьего военно-патриотического сбора в материале Асель Сазанбаевой. Отрадно видеть, что на сегодняшний день все больше и больше молодежи приобщается к почетному во все времена делу – защите Отечества. В ходе полевых сборов пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки, военизированные игры, а также основной акцент будет сделан на интеллектуальные конкурсы. Последним этапом сборов станет мега-арт-фестиваль «Голосящий Айбын». Здесь моя учебно-материальная база в течение месяца. Шла подготовка, учебно-материальная база очень в этом полигоне хорошая. Она как раз соответствует всем стандартам проведения конкурса. Конкурс сегодня, сбор начнется, закончится торжественным вручением всех ценных подарков, медалей. Закончится 17 июня. В течение 5 дней наши ребята покажут, на что они способны. После торжественной части открытия гости могли увидеть показательные выступления спецназа. Они продемонстрировали приемы стрельбы из автомата, комплекс специальных силовых упражнений и рукопашный бой. Далее в бой вступили сухопутные войска, демонстрируя приемы защиты от противника. Огонь артиллерии, взрывы гранат, спецтехника, множество танков устроили настоящее сражение. В заключение в небе появляется авиация военно-воздушных сил, демонстрируя всю силу и мощь военной обороны нашей республики. После торжественной части мы решили узнать, какие впечатления у самих участников Айбын-2017. Очень значимое мероприятие для меня и для нашей страны, я думаю, так как здесь принимают участие и представители других наций, других стран. В этом году Айбын не только здесь не только военные соревнования, но и проводятся соревнования по интеллектуальным играм. Это Айбын Дарна, эрудиты и еще показ техники. Наш член Кимильханов Нурбол собрал свой робот за месяц, и думаю, что у нас будет в этом результат, так как он трудился, много изучал. И это его собственный опыт. Участники военно-полевых сборов смогут показать свои таланты не только в боевом искусстве, но и раскроется и творческая сторона каждого участника. Команды продемонстрируют короткометражные фильмы о себе, будут состязаться в интеллектуальных викторинах, а также покажут роботов собственного изобретения. Сборы будут проходить с 13 по 17 июня 2017 года. Асель Сазанбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.